По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева нашу страну с официальным визитом посетил президент Арабской Республики Египет Абдул-Фатах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси. В ходе встреч на высшем уровне обсуждены перспективные направления развития узбекско-египетского сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Данный официальный визит президента Арабской Республики Египет в Узбекистан – это важный шаг к установлению тесного политического диалога, знак стремления лидеров стран поднять двухсторонние отношения на еще более высокий уровень, наполнив их новым практическим содержанием. Резиденция Кук-Сарой. Здесь сегодня прошла церемония официальной встречи президента Арабской Республики Египет. Особую торжественность момента традиционно подчеркнули строй почетного караула и аккорды государственных гимнов двух стран. Векторы сотрудничества Узбекистана и Арабской Республики Египет на новом этапе выстраиваются на основе особого доверия, уважения и открытости. А потому данное событие еще до своего начала активно комментировалось как новая страница в узбекско-египетском сотрудничестве. Главы государств провели встречу в узком составе. Открытость, доверительность, схожесть позиций отличали эти переговоры. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным направлениям развития узбекско-египетского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и научно-технической сферах, в области туризма и культуры. Обсудили вопросы расширения партнерства в формате авторитетных международных структур, таких как ООН и ОИС. О конкретных механизмах углубления взаимодействия говорили президенты в ходе переговоров делегаций в расширенном составе. В центре диалога были вопросы развития сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах, широкого и эффективного задействования в этих целях возможностей двух стран. Отмечено, что сегодняшнее состояние не отвечает имеющемуся потенциалу. Важно в ближайшие годы увеличить двухсторонний товарооборот. Говорилось об имеющихся возможностях по реализации конкретных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, нефтехимии, машиностроении, электротехнике, текстильной и кожевенной отраслях, фармацевтике. Подчеркнута важность активизации деятельности межправительственной комиссии. Обозначены в ходе переговоров были и направления расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, партнерства между вузами двух стран, установление тесного взаимодействия на уровне регионов. В рамках официального визита было принято совместное заявление глав государств. Действующую на данный момент правовую основу пополнил весомый пакет межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление и расширение взаимодействия между Узбекистаном и Египтом в политической, торгово-экономической областях, в сферах туризма, науки, образования, культуры и спорта. Итоги же переговоров на высшем уровне главы государств озвучили на встрече с представителями средств массовой информации. Прозвучало, они прошли в доверительной и конструктивной атмосфере. Первый официальный визит в нашу страну президента Арабской Республики Египет, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, рассматривает Узбекистане как имеющий историческое значение. И то, что переговоры прошли в духе открытости, взаимного доверия и схожести позиций. В политической сфере в ходе переговоров были рассмотрены вопросы обеспечения региональной безопасности, борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, организованной преступностью и наркотрафиком. Принято решение об установлении связи между профильными структурами и создание совместной рабочей группы. В центре переговоров, отметил президент, были вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, так, чтобы задействовать весь имеющийся потенциал, повысив объемы товарооборота и снизив транспортные расходы при экспорте. Хотя между нами большие расстояния, сердца наши близки, еще и потому, что объединяет нас уникальное научно-духовное наследие наших великих предков, знания которых опережали века. Сегодняшний официальный визит, подчеркнул президент Арабской Республики Египет, без преувеличения можно назвать историческим.
За прекрасную его организацию высокий гость поблагодарил руководителя нашей страны, народ Узбекистана. Прозвучало. Подписанные сегодня документы выведут двустороннее сотрудничество в различных сферах на новый уровень. Активизируют контакты. Скрепленные подписями соглашения подчеркнул президент Арабской Республики Египет итог стремления двух стран, двух народов быть ближе друг к другу. Он отметил, что детально интересовался реформами, осуществляемыми в Узбекистане, реализуемыми экономическими проектами. Прозвучало в эти минуты и то, что достигнутые сегодня договоренности обогатили качественно сотрудничество между странами и послужат выводу его на новый этап развития. На этом двухдневный официальный визит президента Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаха Саид Хусейн Халил Ас-Сиси в Узбекистан завершился.